О туристической привлекательности Одинцовского округа расскажет портал «Добро пожаловать в Подмосковье» welcomemosrec.ru, который является крупнейшей тематической площадкой региона. На его страницах размещается информация о культурно-исторических объектах, музеях, усадьбах, храмах и театрах. Основные точки притяжения в нашем округе – музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина в Захарово, парк «Патриот», древний Звенигород. Своим туристическим потенциалом мы дорожим и стараемся его развивать, отметил глава округа Андрей Иванов.